Всем привет, с вами канал AlexDenPro. И мы начинаем обзор игры LEGO Nexo Knights Вирусы. Так, это уже третий обзор данного обновления. Кто не знает, вкратце расскажу, что в данном обновлении переработаны некоторые модели вражеских монстров. Также добавлены новые Nexo-силы Мерлока. Кстати, кому интересны новые Nexo-силы, их можно найти на нашем канале в отдельном видео. Там также представлены некоторые комбо. Правда, они не всеми телефонами и устройствами могут сканироваться, но все же. Итак, также добавлен уникальный босс, то есть еженедельный босс, так сказать. Вот, зелененькие такой вот вирусы. В данном случае это еженедельный монстр Гримрок. Кто же такой вирус этот? Как вы уже, наверное, догадались, это книга Монстрекс, которая стала облаком. Сейчас же она выступает в роли вируса. Вот так вот, начинаем. Очень-очень интересная сейчас здесь добавлена как бы карта, так ее назовем, для боя. Ну, вы сейчас сами все увидите. Так, нам предлагают выбрать новую Nexo-силу. Ну, я в этом не вижу необходимости. У нас есть старые, в данном случае, вот, с посохом Мерлока. Ужасающие хлопки взрывной школы. Так, костюм, значит, Клея, у нас боевые доспехи, стал желтого цвета, потому как мы используем Nexo-силу Мерлока. Вот такая вот еще новенькая фишечка. Так, собирай чертежи и открывай транспорт Nexo-рыцарей. Ну, это и так понятно. Вот такая вот подсказочка у нас там была. Информационная. Вот, значит, наш главный вирус. Отдается 2 минуты на каждый раунд. Вот, и мы начинаем. Сам вирус бить нельзя, необходимо уничтожать монстров. Вот, кстати, новый монстр, который вот вирус, да, такие как клеточки такие вот. Но в уровнях, кстати, вы можете их встретить при прохождении игры и посмотреть, как они, собственно, работают. Сейчас они, наверное, просто не успевают нанести урон, потому как Клей очень-очень сильно заряжен на удар и настроен на победу. Взлом системы. То есть мы почти перебили основную часть вирусов, и раунд почти заканчивается. То есть нам необходимо нанести сокрушительное поражение вирусам. Отлично. Первый раунд мы выиграли. Остался еще один раунд. Точнее, необходимо заработать еще одну победу. Так. Необходимо призвать нашего Мерлока, чтоб он нам помог. Вот Мерлок дал бит. Дай бит, Мерлок! Давай, дед! Нормально, накачай! И он сразу же дал отличный музон. Нахлопал всех, и мы победили. Так. Есть, отлично. Так. Получаем, вот, да. Награда. Первый сундучок. Что у нас здесь? 150 осколков памяти. Так, рука. Дальше. Поехали. Сейчас уничтожим всех-всех-всех и, наконец-то, сразимся с Гримроком. Чувствую, битва с Гримроком будет нелегкой. То есть на вид очень здоровый дядька. Такой каменный горгуль, улучшенный, усиленный, точнее, еще и кибернетическими всякими вирусами. Так, выбираем опять же наш уже имеющийся. Так, ужасающие хлопки. Вперед. Плохо, что сразу нельзя как бы пройти все ступени и уже напрямую сразиться с боссом. То есть необходимо пройти какой-то уровень еще дополнительный, вот эти все, так сказать, отборочный тур.
Так, поехали. Музыка прям расслабляющая. То ли дело раньше были игрухи, да, такие? Чуть битва сразу же там. Музыка такая динамичная. Вот. Но уже в этом бою, как вы видите, самих монстров, самих вирусов становится все больше и больше. И в одиночку с ними справиться уже становится все тяжелее и тяжелее. Вот появился и сам Гримрок. Вот так вот. Хулиганью. Ну сейчас мы ему тут наваляем. Ого, какие вирусы поползли. Зажали меня тут вообще со всех сторон. Так, ну я полагаю, пора заканчивать с этим хулиганом. Ха. Все. Это был звук победы. Прям нахлопал, так нахлопал. Так. Ну так вот, второй раунд. Вот, да. Да, Гримрок хоть и большой, но не такой уж и страшный. Только на картинке он очень крут. Кстати, здесь нет как такового понятия здоровья. Здесь есть понятие уничтожения вот этих вот мелких монстриков. Вот, то есть, допустим, уничтожить того же Гримрока я сейчас не могу. Так же, как и он меня, собственно. Потому как у меня тоже здесь здоровье отсутствует. Ну, давайте сейчас дадим ему чуть-чуть почувствовать себя главным, так сказать. Смотрите, как идет шкала, да, заполнение. Зеленые атакуют, и тень по карте зоны переходит слева направо и справа налево. Так, меняя при этом еще и ландшафт. Прошу прощения, запись слегка прервалась. Ну, забили этого вируса. Итак, давайте все-таки перейдем к новым миссиям, так сказать. На этот раз у нас будут новые миссии. Так. Рассекаем тут вот на нашем... Кстати, Фортрекс так и не обновился. Как по мне, так могли бы сделать и обновление самого Фортрекса непосредственно. Так, миссия 4.2, боевые доспехи. Хм. Кого бы здесь выбрать, интересно? Хм. Так, извлечение памяти. Мейси с драконьим щитом. А давайте Мейси и выберем, да? Думаю, будет очень интересно. Я ее еще никогда не выбирал. Но сейчас можно и использовать. Значит, выставим ей уже понравившийся нам щит. Так. Что у нас показывает? Да, слабые стороны. Отлично, все супер. Поехали. Так. С помощью лего-гвоздей можно создавать мощные самоцветы. В мастерской Робина ты научишься этому и приступишь к работе. Так. Слишком громко прям вообще, как по мне. Так, появляется боевой доспех. Выглядит устрашающе. Скажу я вам.
чуть-чуть потише сделаем, потому как слишком громко. Так. Ха, сейчас кто-то будет получать у нас сдачи. Мэйси даже без прокачки боевого доспеха наносит сокрушительные уроны. Круто вообще. Так. С этого бурундучка, или кто это такой, завалим. И все станет на свои места. Так. На, получай. Да, кстати, сложно Мэйси играть, если ты не прокачал боевой доспех. Кстати, очень интересная игра вышла еще. Ну, правда, она давно уже вышла, я обзорчик сделал только недавно на нее. Лего Звездные войны. Пробуждение силы. Интересно сделана там сама игра в плане разнообразия миссий, разнообразия персонажей, различные там постройки делаются прямо во время прохождения самих миссий. Вот так, давайте зажмем сейчас урон, сделаем увеличенный. Вот, значит, различные там элементы мультфильма вставлены, то есть фрагменты, простите. Делает игру прям очень-очень увлекательной, интересной. Так. Полеты на кораблях космических, да, вот эти всякие X-винги, Сокол Тысячелетия. Все это там есть. Так что заходите, не стесняйтесь, смотрите обзоры про Лего Звездные войны. Так. Добиваем уже этого чудика. Отлично. И необходимо, я думаю, подкрепиться. Что-то тут по-любому выпадет. Точно. Пополняшка. Готово. Единственное, что, я полагаю, здесь нужно использовать все-таки Некс и силу Мерлока. Иначе точно уничтожат раньше, чем мы дойдем до нашего подбосса, так сказать. И началось в деревне утро. Вот. Какой крепкий хомячок. Горгульчик. Ничего себе. Вот уж кого не ожидал здесь встретить. Крутяк прям. Так. Но горгульчик, как вы видите, здесь без усиления, без вирусной добавочки. То есть обычный. Все, взорвался. Еще разочек. Что ж такое? Это горгуль так горгуль. Сбрасывает еще какашунички. Сейчас мы ему устроим. Ай! Не вовремя. Хотя, быть может, остальных накажем, да? Сейчас Мерлок еще постреляет своим посохом. Молодец. Так, ну а мы новую накопим энергию сейчас перед боссом. Так. Отлично. Энергия растет. Значит, заряжаем удар. Так. Хлоп. Все, сбили каменную корону. И начинаем теперь уже разговаривать серьезно, без всяких там шуточек. Отлично. Так, пора бы уже и боссу показаться.
Нет, босс еще не показался, вот мышары показались поганые. Так, отлично. Вызываем подкрепление. Все, справились с этими халдеями. А вот и у нас Балдрон Буревестник. Во время атаки делает еще и электрический урон наносит. Да, серьезный малый. Пожалуй, я даже с ним не справлюсь. Ай. Мэйси. Нет, необходимо отремонтировать доспех. Отлично. Доспех отремонтирован. И мы с новой силой начинаем вкачивать нашего Балдрона. Кто кого? Мэйси или Балдрон? Ничего себе, вот это он так шкварит, так шкварит. Хопа, я вовремя ушел от атаки. Я не успел. Ну что ж, пожалуй, пора включиться и дедушке Мерлоку. Ха! Вот так вот, это Мерлок дал, так дал. Отлично. Хлоп-хлоп-хлоп. Так. Ну, полагаю, один из самых мощных боев в истории Мэйси был завершен. Давайте посмотрим, что же нам дали за награды. Так, всякие завершенные миссии, отлично. Угу. Так, поршни, тут копье, руки. Еще раз. Да, чертежей надавали неплохо. И пока ничего не будем улучшать. Итак, все понятно. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. На этом все. До встречи в следующих выпусках.